Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет кошмарка 5-3. Будем пробовать ее пройти. Хочу сегодня попробовать ее пройти именно гарнизонными героями. То есть у нас будет тыковка, магия, как обычно, увеличение атаки, щит, ускорялка и метелька. Так. Давайте попробуем Купидона уберем. Вместо Купидона поставим нашу злобную бочку. Так, будет у нас вот такой вот ледяха такая. Его я тоже переделаю. Видите его в другой сборочке. Шаман. Так, ну я думаю, вместо нее сейчас королевы змей поставим бочку сюда. Так, бочка. На отхил у нас все собраны. Так, шаман вместо махатмы. Что-то такое интересное. Поставим тритона, давайте. И поставим вместо оборотня ангела для подхила. Импа ангел. Вот так вот с расколом. Разброс. Вот такая вот сборка у нас будет героев. Ну что, поехали. Посмотрим сейчас 5-3. Че и как там. Так. Вот отлично. У нас бонус есть. Попробуем отсюда с угла зайти, давайте. Начнем с тыковки. Пусть немножко разгонятся. Так, вроде успел или не успел. Надо было заморозку кидать. Вот смотрите, ледяха сейчас у нас их замедляет. Главное, чтобы ледяха все время замедлял. И тогда можно будет налегке это все затащить. Так, шамана у нас слили, печально, тыкву слили. 28%. Окей, хорошо. Летяха хорошо сработал. Это радует. Значит, пробуем сейчас сразу же метельку кинуть, чтобы башни заморозить по максимуму. И давайте, наверное, на тритона поставим еще этого. Поставим раскол. Слона. Так, а на ангела поставим сюда для башен ледяшку. Вот так вот. Теперь более интересное будет у нас все. Поехали. Так, опять же пробуем, стартуем с тыковки. Кидаем заморозку. Так, мы там тыкву вражескую. Так, отлично, разгон у нас есть, замедление у нас есть. Точнее, было. Так, и капитан Дрейк нас всех поимел. Хорошо. Такой вариант не особо катит, я понял. Без ледяхи нас сейчас тут, наверное, пораздают. Ну, 39%. Бочка тащит. Так, 39. Хорошо. Сейчас попробуем забежать со стороны черепа все-таки. Разогнаться на черепе. Можно, конечно, юнитов использовать, кучу всего, но я не хочу заморачиваться. Ирлийская магия есть. Так, вот у нас тут капитан Дрейк. Давайте так, морозим сразу. Начинаем с тыковки. Так, вот теперь вроде успели. Нам самое главное 50% хотя бы набрать. 36, 37, 38, 39, 40. Ну, давайте. Ну, 43. Жесть, бочка. Опять бочка осталась. 43%, ребят. 43% гарнизонными героями. Ну, отсюда, как видите, получше вроде.
Ледяха реально помогает. Так, можно, конечно, больше на домах поставить. Можно попробовать с бочки начать. Давайте попробуем с бочки потанчить. Хотя тыква так не будет разгоняться быстро. Так, раз, два. Бочка. Так, Дрейк попал в заморозку. Сейчас попробуем по максимуму оттянуть щит. Щит оттянули, отлично. 26%. 37. Ну, 40. Ну, затащите их. 40. Ну, все, наверное, тыква пропала. Разгон у нас на этом пропал. Ледяха, хотя у нас есть ледяха, но... Не знаю, вряд ли. Посмотрите, что делается. Бочка, бочка, бочка. Тащи. Ангела жалко нету. 43%. Тритон. Чуть-чуть не хватило. Шалка, окей. Пробуем дальше. В принципе, подземка-то несложная, но, как видите, я гарнизонными бегаю. Так. Поехали еще разок. Попробуем все-таки опять стыковки начать. Давайте так. Раз. Заморозка. И поехали с тыквы. Самое главное, по максимуму. А, не успел. К сожалению, не успел. Конечно, замедлили классно, но, как видите, не хватает немножко отхила нам. Можно было бы, в принципе, утекание поставить на деку рунами. Ну ладно, думаю, мы и таким составом справимся сейчас. Должны. Так, давайте еще разок. Раз, два. Самое главное успеть. Опять тыква не попала, да? Да, череп нас сейчас тут раздаст. Так, ну ангел нужен. Тритона есть шанс убрать, поставить какого-то дамага. Хотя и тритон тоже дамажит, и шаман нужен на том же самом черепе. Дожились, не хватает нам золота. Так, золото стырили. Такс. Интересно, интересно. Я думаю, все-таки лучше всего сюда заходить. Вариантов особо у нас. Попробуем вот так вот. Попробуем с бочки. Бочка-то, конечно, танчить будет очень долго. Сейчас по максимуму. Оттянули мы. Так, ледяху слили, жалко. Череп. Череп, 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 череп. Смотрите, черепа надебафили. Вообще изи просто, ребят. Сейчас должны затащить. Хоть и ледяху потеряли, но смотрите, ангел как подхиливает офигенно. В общем, вот так вот. 5-3 гарнизоном. Просто гарнизоном. Стыковкой с одним бафером. Так, отлично. Но с Минотавром там, с другими, в принципе, особо заморочек, думаю, у вас не будет. Так, заберем плюшки. Такс. Ну-ка, давайте еще хочу попробовать.
Э3 только отсюда забежать. Со стороны друида вот отсюда. Ну, как видите, бочка для танка. Вообще просто огонь получилось. Так, самое главное сейчас не прошляпить деф. Но, по-моему, тыква все, тыква не попала, если не ошибаюсь. Да, сейчас тыковку нашу сольют. И гарнизон тоже сольют. Хотя, смотрите, что делается. 48, 51. В принципе, затащили. Так, тыква, тыква, тыква. Смотрите, что делается. Жесть. Ну, добьют. Черепа слили. А, только один раз черепа слили. Жалко. Ну, все равно. 59% даже оттуда прошли. Вот так вот. Гарнизоном, ребят. Гарнизонные герои реально тащат. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.